Так, стойте, вон какая-то тянка сидит. Сейчас мы ее подкинем на прогибчик. Пошла ты отсюда. Всем хай, продолжаем смотреть на отбитые карты Роблокса, поехали. Что? Пицца Тауэр Симулятор? Пицца Фейс захватил твою пиццерию, иди и надери ему зад. Пипина? Пипина, не пипина, у меня ган есть. Поехали. Чё за бичи? Свалили отсюда, нуб. Свали отсюда. Так, до свидания. Где этот пицца Фейс? Он должен сидеть в пицца Тауэре. Башня пиццы. Нажми на кубик, чтобы войти. Вас понял. Я зашел. Убей зомби из твоего гана. О, нет. Получайте, зомби. Спекулянт стоит возле стены. Он так и готов уже забашлять мне. Так, погодите. Мышь-кирпич? Не менее хайповый персонаж, чем вот этот спекулянт. Вот он, пицца Фейс. Они спрятались. Вот паскуды. План Б. Телепортируйся и взорви ядерку. Так, фотка на прощание с вами, пацаны. Все, полетели, короче. До свидания. Сейчас я их отправлю. Я их сейчас отправлю к их предкам. Туда. Пицца. Фейс. Это мои последние слова, когда я сел на ядерку. О, нет, я упал. Слишком жесткий дроп нас ожидает. О, нет. До свидания. Блин, это еще одна мышь-кирпич. Побег из хрущевки. Итак, я по... О, нет, кто-то заорал в подъезде, возможно, это бабка. Чё, у меня аж голова крутится на 360, ни хрена я совунья. А, привет, ты сейчас находишься в хрущевке. Ты проснулся, потому что тебе позвонил неизвестный номер. Это оказался Джесси Пинкман. Он сказал, что Уолтера Белого похитили. Твоя цель сбежать из хрущевки живым. Кстати, ты сосед какого-то ноунейма с первого этажа. Это кто такой? Так, это фонари залучите, молодые. Куда нам идти? О, нет! О, нет, здесь Джефф-убийца! Сейчас, смотри, он подпасет. Блин, я думал, он подпасет пацанов. Одного подпасли уже. О, нет, и второго туда же отправили. Я продолжаю побег. Тихо, я слышу музыку. О, нет! Это еще один СЦП с обосранной задницей. А, на него ж смотреть надо. Я забыл, как он работает. Блин, слишком много ноунеймов на один квадратный метр. Чё, обдристался, пёс? Ай! К вот этому главное спиной не поворачиваться, и все хорошо будет. Что, капибара? Монвер, что за ишак там стоит? Это капибара называется. Блин, ее, по-моему, закатали в асфальт. Так, чё там? Там Уолтер Белый. Иди туда, если хочешь жесткий коллап. Хочу коллап. Здесь живет нене-фанатка маневрирующего объедка. Кто где? Шрек? Девка, которая нене... С которой надо коллабу замутить. А, да меня Шрек убил за эту коллабу. And his name is John Cena. Битва с грибом. Это чтобы доказать, что я реально грибобас? Привет, молодой шутерок. Убей гриба. Погодите, это Миша Фред? О май гад, is that a Freddy Fazbear? Хам-хам-хам-хам. Мощный Мишка Фредди. Погодите, а где? Вот здесь? Блин, что за жесть здесь происходит? Ты победил. Что здесь произошло? Какой смысл? Разборки с администратором. Вас забанили. А, меня уже забанили? Так, погодите, с кем тут можно поговорить? Поговорить с NPC, нажмите Е. Здравствуйте, я администратор Мишка Фредди. Надо ему ответить так, как я обычно отвечаю. Ты петух, пока в бане, прибавил срок бана. Вот петух. Слушайте, реалистичная игра. The Long Drive. Да-да, это The Long Drive. Ну, по месту назначения я вижу, что это не сильно Long Drive. Ладно, поехали. Во, полетела молодая. Блин, у меня аж очки слетели. Чего у меня челик так странно выглядит? Димон, ты реал? Нет, я фейк. И куда мы приехали? Мы добрались до места назначения. О, нет. А, в сарае какая-то гнилая беха, что? Это Дима Перекупа, машинка, еще одна. Нет, кто там нажал ядерку? Я еще не успел беху завести. Пуск уже нельзя отменить. А, там уже было запущено. О, это что такое? Сильнейшие батлграунды. И судя по всему, тут можно пол ломать. Ой, сразу видно молодежные движения. Молодые, не размахивайте сильно камнями. Ой, это что за катастрофа? Погодите, а у меня что? Так и я тоже не так уж и плох. Ну здорово, камерамен. Получай, туда этого камерамена. О нет, он подпрыгнул, пацаны. Он хочет сразиться со мной. Так, иди-ка сюда, что ты там? Ой-ой-ой, камерамен разозлился. Серия последовательных ударов. Монвер, не надо, ты получишь от олдов люлей. Я проверял. Бей камерамена. Вперед, где он? Вон он хайпит. О нет, какой же хайп, пацаны. Добейте его. Втроем, вместе мы сила. Блин, что-то по-моему мы как покемоны друг друга вынесли. Все, он мертвый. Туда его, туда. О нет, погодите, там ютубер. Ого, я в видео попаду. Давайте этого ютубера начистим. Давайте все вместе, мистер Уайт в атаку. Сейчас я ему еще удары. Туда этого юпупера. Ебой. Блин. Блин, что это за ужас? Фурии обокрали Монвера? Блин, эти грязные животные, что они сделали с Минвером? Хай, бой, можешь помочь мне с одним дельцем? Да. Короче, фурии украли у меня все деньги, машину и сожгли дом. Поможешь уничтожить их?
Хорошо, куда ехать-то? Кого попустить надо? Чё это? Улица Манверская, дом 1. Отлично. Блин, а тут, по-моему, не только Манвер пострадал, но и все остальные в скобочках. Не, главный офис Фури. Охранник спит. Погодите, надо убедиться, что они реально спят. Подожди-ка. Он не спит. Вот теперь он точно спит. Вечным сном. И чё вы тут, пацаны, развелись? Придётся разобраться с ними. Где эти Фури сидят? Во, красава, забирай всё и уезжай на машине Монвера. Ни хрена себе, а как это утащить-то? Ладно, поехали. Это боулинг, задави их напоследок. Блин, что-то не получилось. Стой, еще раз. Разгоняем. Ты посмотри, какие плотные. Бюджета не хватило на продолжение дороги. О, нет. Мы расхлестались. Месть простофили. За все унижения. Простофили в особняке. И написано, как туда проехать. Поехали. Да короче, я думаю, вот так можно срезать и не ехать по дороге. Погодите, я вот что-то нашел в лесу. Система защиты на хлебник 42700. Наступите на плитку унижения, чтобы пройти проверку и пройти. Отлично. Опять? Простофиля. Опять этот звук? Любая попытка проникновения на охраняемую территорию... Погодите, а что, в сталкер играю? Что здесь началось? Манверщина, знай, если не убьешь простофилю, то он будет мешать тебе в остальных моих играх. Все, выбирай кнопку, у тебя одна попытка. Тут, наверное, все понятно, да? Надо среднюю нажать. Нет! Я оказался неправ. Обби, но вы старый. 170 метров. А старый это типа в метраже измеряется или как? Че за бред? Опа, хайповая музычка заиграла. Опачки, пацаны. Че, если дед, то обязательно на коляске? Это насколько надо быть пожилым? Я проехал уже целых 7 метров. Не, ну это было легчайшее. Че тут еще есть? По-моему, тут можно вообще все обби пройти. Что-то была какая-то подобная игра, по-моему, мне скидывали, где деды на коляске ездили. А что тут сложно? Тут даже прыгать не надо. Как твоя пенсия, Монвер? Думаешь, это смешно? Давай-давай, дедан, езжай тоже. Тебе еще до моей пенсии добраться надо. Блин, а что такая эпичная музыка, как будто, я не знаю, дракона убиваю какого-то. Знаете, что такое реальная Roblox-трагедия? Дима. Монвер, заходи или ТГ, ну ты понял. Кто-то держит Минвера в заложниках. Это что такое? Дима Перекуп? Аладдин? Привет, Димка, где машины? Я уже готов. Так блин, погоди, нету машин, дружище. А чё в офисе у Димы Перекупа? Сейчас зайдем в офис. Сейчас Аладдин прикупим машинки. Ё-моё, НН какой-то. Это кто такой? Почему он здесь сидит? Дима Перекуп качает права. Что? Кому права надо качать? Блин, Аладдин, извини, для тебя машинок сегодня нету. Придется выпускать Минвера. О, нет! Ваш друг Минвер 228 присоединился? Это кто такой? Что это за позорная копия? Дима, помоги. Это фейк. Ты фейк, не помогу. Нет. Произошла еще одна Roblox-драма. Подкидывать вещи и людей. В этой игре вы можете кидать всех через прогиб. Ого. Так, и че, кого на прогиб здесь кинуть? Пошел отсюда вертолет. Так, стойте, вон какая-то тянка сидит. Сейчас мы ее подкинем на прогибчик. Пошла ты отсюда. Пацаны, сейчас вот этого пацана на прогиб. Ха! Блин, прогиб не получился, но он завизжал очень сильно. Я тебя сейчас кину. Хватит издеваться, Блэкмен. Получай. На прогиб. Ты тоже. Не подходите ко мне, дети. До свидания. И тянка вот эта туда же. Яма с шипами, боковой спиннер. Вот, по-моему, вот сюда, да? Вот, заезжай, заезжай, заезжай. Хорош, сейчас я помогу тебе, погоди. Сиди там в машине. Все, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комменты, скидывайте свои кринжовые карты в предложку. Всем пока!